Площадь возгорания в Бомбском ущелье составила 50 гектаров. Сгорело два сарая и стена жилого дома. Пострадавших нет, сообщают в Министерстве чрезвычайных ситуаций. По их данным, пожар был локализован в 18:04, полностью потушен в 21:04. Всего к тушению было привлечено 3 пожарных расчета, 28 спасателей, 2 аварийно-спасательные машины, 16 сотрудников лесного хозяйства, 20 дорожников, 16 сотрудников правоохранительных органов и 50 местных жителей. Напомним, в Томске в районе Искульской области близ села Кукмойнок на открытой местности произошел крупный пожар. Горело сухотравье.